Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 29 мая, пятница, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги «Деяний святых апостолов». Мы продолжаем с вами чтение данной книги, потому что она охватывает период пения как раз-таки цветной триоди. И период, основной период этой книги – это с Пасхи до Пятидесятницы, потому что книга «Деяний» описывает нам становление Церкви, и она описывает как книга и события Вознесения, и события Пятидесятницы, и вообще развитие Церкви. Поэтому мы продолжаем с вами чтение этой замечательной, богодухновенной книги, которая описывает нам самые важные, порой драматические и вдохновляющие моменты становления ранней христианской Церкви. И сегодня мы читаем с вами 19 главу, первые 8 стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И, когда Павел возложил на них руки, низшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божием. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение книги «Деяний святых апостолов». И буквально вчера мы с вами торжествовали и праздновали события Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это прежде всего богословское событие, которое повернуло вообще отношение вслед за воскресением Иисуса Христа из мертвых. Это событие также перевернуло отношение между человеком и Богом, потому что Христос воскресил в том числе и человеческое естество и вознес его и посадил одесную Бога рядом с престолом славы. Теперь человеческая природа находится в присутствии Божием. И это великое событие. И мы с вами говорили вчера также о царстве, о том, что один из главных тезисов проповеди Господа Иисуса Христа – это проповедь о царстве Божием, которое внутри вас есть. И сегодня, заметьте, мы 8 стих заканчиваем словами «беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем». Это очень важный момент, и прошу вас сакцентировать на нем внимание, помнить об этом моменте и следить за богослужением, во время чтения книги, домашнего чтения, Священного Писания. Замечайте вот эти маркеры «Царствие Божие», выделяйте их в тексте для себя, имеется в виду, в голове у себя выделяете их, чтобы точнее, лучше понять суть проповеди Спасителя и суть того, что Церковь проповедовала и проповедует. Это пришествие Царствия Божия. Или, как сказано в Евангелии от Матфея, «Царствие Небесное». Это просто благочестивое заменение слова «Бог», которое иудеи не произносили. Итак, Царствие Небесное, Царствие Божие, которое внутри вас есть. Об этом говорил наш Спаситель, Господь Иисус Христос, об этом проповедовали апостолы. И вот что мы еще видим в сегодняшнем отрывке. Апостол Павел во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Вера и принятие Святого Духа стоят друг с другом неразрывно. Если мы почитаем, например, послание апостола Павла к Галатам, 3 глава, стихи
с 1 по 5. Прям буквально посмотрите, вот после, сейчас после передачи, не поленитесь, откройте послание апостола Павла к Галатам, 3 глава, вообще перечитайте 3 главу, а если есть время, и вообще все послание. Апостол Павел там говорит, он не понимает, как галаты отказываются от того, что говорил им Павел, от евангельской проповеди, и как они, начав духом, качают плотью. Не будем вдаваться в подробности, о чем он там говорит. Мы еще поговорим об этом, когда будем читать эту книгу, это послание апостола Павла. Но он говорит там, вы приняли ли Святого Духа от дел закона или от слуха веры? Также в послании апостола Павла к римлянам звучит эта же мысль. Сейчас не скажу точно стихи, но там тоже эта мысль звучит о том, что мы именно слышим веру. Ее невозможно рационально принять. Мы именно вдохновляемся слышанием, услышав «О Господе!». И эти слова действительно на нас действуют. Мы не зря читаем Священное Писание за богослужением. Это не только место для рациональной проповеди, для того, чтобы священник вышел и в зависимости от потребностей общины обличил ее или, наоборот, похвалил, вдохновил, разъяснил какие-то сложные моменты Евангелия или апостольские моменты, но и для того, чтобы Слово Божие нас освещало, осветило. Произошел вот этот вот действительно мистический момент укрепления веры через слышание Слова Божия. И это именно в пространстве богослужения. Конечно, мы должны разбираться в Священном Писании, не только мистически воспринимать его, не задумываясь над текстом, но размышлять над смыслом текста. Итак, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? То есть мы должны не просто услышать, но и мы должны уверовать, и это критерием нашей веры будет принятие Святого Духа. И тогда это было зримо. То есть люди начинали говорить на иных языках, люди начинали какие-то невероятные изменения. Сегодня мы тоже видим эти зримые изменения, когда вчерашний алкоголик переменяется в своей жизни и твердо решает оставить свою пагубную привычку. Когда человек гневливый становится добродетельным и добрым. Когда человек, который хотел бросить свою семью, возвращается и может брать на себя ответственность за своих детей, за свою супругу. Там куча примеров, которые свидетельствуют нам о действительном внутреннем изменении. И вот это принятие Святого Духа – это очень важно. И я хочу, чтобы каждый из нас задумался, а принял ли он Святого Духа и меняет ли его вера. Это очень важно. Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. И здесь как раз-таки речь идет о том, что мы уже с вами говорили это в контексте книги Деяний, когда читали про Аполлоса, что были люди, которые верили в Иоанново крещение, но не знали о том, что есть церковь, что было после воскресения Иисуса из мертвых и так далее. И Павел объясняет им, апостол Павел объясняет им всю историю, то есть благовествует, и они принимают Дух Святой, и они крестятся во имя Господа нашего Иисуса Христа. И тут же, видите, маркер сразу, 6 стих, читаете. «И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Мы видим эти маркеры принятия Святого Духа. Всех их было, человек около 12. И дальше говорится о Царстве Божьем, о том, что Павел проповедовал Царство Божие в синагогах. Также и мы будем, дорогие братья и сестры, вдохновляться Святым Духом, исправлять свою жизнь и жить верой в воскресение Господа нашего Иисуса Христа из мертвых и то, что мы Духом Святым спасаемся посредством наших трудов и нашей работы над своими грехами. Итак, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч!